бюджетные и эффективные ножницы для резки ПВХ труб. Сегодня мы рассмотрим ножницы от компании «Вихрь», предназначенные для резки поливинилхлоридных труб, пластиковых плинтусов, профилей и резиновых шлангов. Ножницы поставляются в блистерной упаковке с кратким описанием товара и выполнены в фирменной черно-оранжевой гамме. Конструктивно все элементы аккуратно подогнаны друг к другу, без люфтов. Длина изделия 20 см. Рабочий нож имеет трапециевидную форму. Режущая кромка заточена с двух сторон и дает инструменту плавный рез без лишних усилий. Максимальный диаметр прорезаемой трубы 42 мм. В основании инструмента имеется металлическая петля, которая предотвращает случайное открытие ножниц. Легкие прочные рукоятки из алюминиевого сплава прорезинены. Удобное и приятное дополнение, которое предотвращает скольжение рук. Стоит отметить, что лезвие изготовлено из высокопрочной японской стали марки SK5, которая поддерживает высокие нагрузки и, судя по отзывам пользователей, легко справляется не только с пластиковыми, но и с армированными трубами, а также металлическими профилями. Однако имейте в виду, что производителям не предусмотрена резка данными ножницами металлических изделий, и подобная их эксплуатация возможна только на свой страх и риск. Ножницы «Вихрь» станут надежным помощником для домашнего использования. Это простые, качественные бюджетные ножницы с большой областью применения. В ценовом сегменте до 500 рублей данная модель является одним из лучших предложений.